Предпринимательство – это некий род деятельности или занятия, который является формой проявления человеческой сущности. Естественно, нужно понять, что вы собираетесь делать. То есть нужно иметь некую бизнес-идею. Менеджер принимает реальность, а лидер изменяет собой реальность. Молодые люди, прежде чем заняться каким-то бизнесом, думают, что нужно зарегистрировать компанию, это им как-то поможет. На самом деле, самая лучшая реклама – это та реклама, которая передается из уст в уста. Вообще, любая организация, она по своему составу сходна с живым организмом. Придумали, выбросили на рынок, потом не пошло, забыли, опять что-то придумали новое и вот так вот постоянно импровизируют. Живые компании, они никогда не покупают руки или не покупают чьи-либо мозги, а они просто создают некую сеть индивидуальностей и дают этим индивидуальностям свободу. Нужно заниматься тем, в чем вы лучший.